Все, что связано с красотой и бизнесом. В Биробиджане в многофункциональном центре проходит форум бьюти-индустрии, организованный при поддержке инвестиционного агентства ЕАО. Проводится форум для всех, чья деятельность так или иначе связана с индустрией красоты. Опытные именитые спикеры из Москвы, Хабаровска и Биробиджана проводят лекции для парикмахеров, барберов, визажистов и мастеров маникюра. Обсуждают современные тренды в бьюти-индустрии и то, как их реализовать в своей работе. Отдельный блок лекций посвящен разным аспектам развития бизнеса. Бухгалтерский учет, нескучная бухгалтерия, так скажем, да, для бьюти-мастеров, а также личностный рост, тоже немаловажный аспект. Осветили мы такую популярную сейчас тему, как соцконтракты, для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей. Проводится форум в течение 5 дней. Главная цель – дать представителям биробиджанской бьюти-индустрии необходимый опыт и знания для дальнейшего профессионального роста, повышения квалификации и развития своего дела. Никита Натапов, Богдан Патрин, Новости 21.